дальнейшем. Я уже учебу закончил, чтобы помочь учиться. Че, пятерки в четверти? У меня красный диплом. Алексей Владимирович, что это вы тут делаете? Буше шатает. Чтобы Ньюзости вышли в эфир, должно быть серьезное событие. Но не совсем серьезное, чтобы мы не замучились монтировать объем материала, а вот такое вот небольшое, но крайне запоминающееся событие. Сегодня такое есть. Поэтому сегодня вы смотрите свежий выпуск Ньюзости на БЖ Фрикс ТВ. Под мостом. Сегодня в выпуске заканчиваются места на первый BGF Tousey Camp этого года, который состоится 2-4 августа. Первый многосерийный мюзикл на БЖ Фрикс ТВ. Как создать свое сообщество и повторить успех фриксов? Легко. Ну и кем будет Антон Долголиков, когда вырастет? Всем привет, друзья! Сегодняшний выпуск новостей мы начинаем на Rock'n'Rolling Underground. Собственно, площадка на открытом воздухе и, пожалуй, первый такой летний турнир в истории турниров РГСА, в истории, возможно, даже и турниров Москвы, как минимум, если не России. Впервые на улице, по сути, в центре города, в парке Лужниках, турнир по джиу-джитсу проходит на свежем воздухе. Да, пока скромненько, да, пока всего 4 мата, но что вы хотели, каникулы, люди сейчас отдыхают где-то там на морях, океанах, в Туреччинах и Краснодарщинах. Но те, кто остаются в форме, остаются на татами. Скажи, что ты в экспертах забыл? Я сам не понимаю, как это произошло. Он промоутировался туда. Даже что? Самопромоутировался? Да, да, ну, уже полиции не существует. Как, ну что здесь, ну какие слова? У него черный пояс. А кто мне что сделает? Нет, ничего. Тебя что-то вот, черный разгар, черный пояс. Нет, ну в экспертах что сделать? Часы могут дать. По факту. У меня есть план вылететь до встречи с Антохой Долголиковым, потому что это будет как? Он пройдет мой гард, залезет в маунт, и 4 минуты будет сушить и сидеть. Я буду кряхтеть, краснеть. А что, из маунта снизу выходы на лэглоки не работают? Из-под Антона не работают. Вообще работают. Женя, ты в гиде решил выскочить? Да, я вижу с пурпурным. Сейчас я быстренько проиграю и домой. Анастасия Алексеевна, обычно, ну, последнее время, во всяком случае, последний год, я задаю тебе этот вопрос как зрителю и там соглядатаю турнира, сегодня вот как участнику. Чё, как настроение, как атмосфера турнира? Отлично. Вообще турнир на открытом воздухе очень круто.
Здесь свежо, ветерок, борется замечательно. Если был бы зал, то я бы сдохла после первой схватки, мне бы дышать нечем было и было бы душно очень. Но это, в принципе, всегда, что мне слегка расстраивает на турнирах. Постоянно дети отборолись пару часов, все, духота стоит ужасная прям. А здесь круто, свежо, хорошо и очень быстро приходишь в себя после схватки. Как участник прям 10 из 10 ставлю. Чтоб штаны не спадали. А чувствуешь разницу? Запись на баскетбол, на командный турнир, на взвешивание. Вообще нормальная такая тусовка. Ребята играют в баскетбол, ну те, кто уже отборолись, или те, кто уже не борются, или еще не борются, или которые там не в форме, или не в настроении. Люди, которые пришли на мероприятие в качестве зрителей или болельщиков, говорят о том, что здесь много воздуха. И да, это Москва, и несмотря на то, что Москва, в которой вроде бы как вообще нет воздуха, здесь его, говорят, много. Ну потому что нет стен. Нет крыши. Не, ну крыша какая-то есть. Все-таки мы находимся под мостом. Чувствуется какое-то пространство. А это прибавляет монтажа. Господи, да, монтажа мне прибавят. А это прибавляет масштабности. Ну, я мимо иду, вижу, люди на земле лежат. Дай, думаю, тоже полежу. Приезжаю, говорят, все-таки в кимоно не будет. Я иду к организаторам, говорю, ну, люди, вы, конечно, люди уважаемые, но я тоже уважаемый. Давайте-ка сделаем категорию в кимоно абсолютно. Но Михаил Александрович, он специально для вас, дорогого гостя, сделаем. Халгат! Халгат! Тысячи, пойдем, вот покажу сейчас. Миша Панков пообещал, что если Константин выиграет не болевым на ногу, то он даст ему 2000. Костя, пойдем за деньгами. И это первый денежный приз на сегодняшнем турнире от RGSA Underground. Костя, из розового кошелька, блядь, за то, что ты выиграл не леглоком, блядь. Раз тысяча, два тысяча. Это мои первые деньги в дружице. Первые деньги в дружице заработал? Красава вообще. Ну и самый главный вопрос. Кем будешь, когда вырастешь? Я хочу стать специалистом по организации мероприятий. По чем? Организация мероприятий. Возможно, по джиу-джитсу. Возможно, подумаю. К этому стремлюсь потихоньку. Надо сказать, друзья, что свежая идея провести турнир на свежем воздухе в Москве дорогого стоит. Причем в буквальном смысле. Ну, я предполагаю, что арендовать уличную площадку в центре Москвы стоит дорого. Я бы единственное, что добавил, наверное, музыку погромче.
Следующий дубль будет на кемпе с 2 по 4 августа у BRFX. Тогда, когда спортивный зал будет закрыт, а бутылки с алкоголем открыты. Ты честно сам немного пожалел, что не зарегался, потому что дышится свободно, дышится прекрасно. На улице летом приятнее бороться, потому что лучше дышится. Единственное, что чуть-чуть ковры бы побольше, пошире, и все, а так вообще шикарно. Ребят, ну вы как вы видите, посмотрите, какое мы замечательное место. Леш, ты согласишься, что андеграунд это, я думаю, очень живая вещь, классная. Всем понравилось, очень понравилось всем. Даже Миша Панков приехал. Привет, Миша. Халгат! Халгат! Ну ладно. Ну, да, конечно, мы будем развиваться. Мы сейчас в Екатеринбурге будем, не знаю, мы еще, наверное, не анонсировали, но могу такую тайну, раз мы в Екатеринбурге у нас турнир. Вот, ну, Россия также продолжится, Казань, Москве, Питер, Юг, возможно, будет. Короче, еще и андеграунд добавили. Офигенная тема, всем рекомендую. А у нас открылась регистрация на чемпионат Евразии, который в этом году был рекордный просто по посещаемости. И, надеюсь, следующий год будет еще лучше. Мы растем, развиваемся. Всех приглашаю регистрироваться на Евразию. Приходите, это лучший турнир. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Только... Я хз, к чему здесь эта песня? Как думаешь, стоит ли РГСА продолжать такую практику мероприятий на свежем воздухе? Однозначно, однозначно. Очень крутой ивент, и как бы здесь вся атмосфера вот эта на открытом воздухе, она добавляет какого-то действительно андеграунда, хотя мы не под землей, а на земле. Ну, короче, что-то в этом есть прям. Очень клево, мне понравилось. Rock'n'Rolling Under the Bridge. Да-да-да. Надеюсь, летом еще хотя бы одно мероприятие будет под открытым небом, потому что выглядит все потрясающе. И турнир оправдывает, честно говоря, название «Андеграунд». Баскетбольная площадка, граффити, общий стиль, общий визуал. Кайф. А еще на сайте BG School Online вышел новый релиз Ильяса Сулейманова про то, как мучительно залеживать и контролировать своего оппонента. Чтобы, когда вы забрали позицию, потом про вас говорили, что вы физушный, вы залежали, вы только баллы собирали, вы так никакой болевой не... Хотя нет, про болевые будет вторая часть. Для легковесов подходит, а я тоже про них буду говорить, что вы тяжелый. Вы легкий, но тяжелый. Спасибо, что заинтересовались. Надеюсь, что вы как можно больше интересных вещей сегодня извлечете. Мы поразбираем контроль, поразбираем определенные принципы, связанные с осанкой и сохранением позиции, связанные с тем, где и что нужно у человека забирать, чтобы ему было тяжело из-под вас выбираться. Также разберем, какая ситуация ему нужна, чтобы уходить из позиции контроля, чтобы эту ситуацию разрушить. Также разберем пространство между как бы основными позициями контроля и болевым. То есть я люблю давать очень много нестандартных позиций, типа тики-муры, типа контроля рычага локтя, чтобы человек мог долго удерживать эту ситуацию. Потому что на самом деле контроль, он не ограничивается только стандартными позициями, типа сайда, маунта, север-юга, колен на животе и бэк-маунта. Я всегда как бы стараюсь цельную структуру собрать, чтобы полностью у человека было понимание ситуации и позиции. А это всегда про объем определенной информации. Поехали. Раз, два. Заканчиваются места на первый BGF Tusa Camp этого года, который состоится 2-4 августа.
Давай, давай. Музыка раньше хорошая была, а сейчас так все. Опа, опа, зеленая ограда, детки. Да, у нас на кемпах обычно весело. Ну, блин, я тут работаю. Тоже паспорт, Настя. Ну, на самом деле, мне нравится. Я после первого кемпа была просто такая, немножко на таблетках, такая, ну, господи, больше никогда. Да мы там все были. Вот, да, это было очень сложно. А потом я просто втянулась, и мне нравится, когда, во-первых, приезжают куча незнакомых людей и знакомятся. Им весело при этом, и при этом они еще ходят на тренировки после пьянок до 5 утра. Кстати, в этот раз пьянок до 5 утра не было, сегодня было все спокойно. Да, вообще вот такого не было. О чем коню говорил, они не понимали. Это не мы, да. Нас подставили, не было такого. Вот. В общем, я думаю, что кемпы – это круто, а наши кемпы – это очень круто. Не исключено, что к моменту выпуска этого видео мест уже и не осталось. Но имейте в виду, в сентябре будет второй заезд, второй БЖФ, бархатный кемп 2024 года. Вот, вот эти кемпы мне напоминают мою концертную деятельность 2009-2010 года. Тоже вот эти лес, деревянные домики, музыка, угар. Привет, меня зовут Даша. Я Джить. Девочки, воровочки, куравчик мешают нам золотые гайки. Вот и ходим все в наколках, мурки, воробайки. Здесь надо формать на себе куртку и Рашгард Джусел показать. Ага, ее тяжело родить. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Нас часто спрашивают, как повторить успех фриксов, как создать такое же сообщество, а может быть и лучше, и переплюнуть таких фриксов. Мы решили задать этот вопрос человеку, который был внутри. В смысле был? И знает всю кухню. Да все очень просто. Открываете свой телеграм-канал или паблик ВКонтакте, берете все, что фриксы за последние 10-12 лет сделали. Все темы разобраны, все видео Беляев уже вам скачал. Просто берете и повторяете то, что делали фриксы. Все равно новые пользователи, на которых вы рассчитываете, всего этого не помнят и вряд ли полезут искать. Поэтому вы смело можете претендовать на авторство. Все просто. Саня, вопрос на 10 тысяч рублей. Кто спонсор нашего выпуска Ньюзостей? Jewel Sale. А эти 10 тысяч будут наличными или на карту? Ну... Повтори еще раз, кто спонсор нашего выпуска? Jewel Sale.